Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Конечно, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь, если откроешь Богу сердце. Кирилл Тютин выходит с Дариной. Мы выходим на центр. Смотрите, как делает. Учитесь. Коматы! Кирилл красавчик. Когда тебя атакуют, в защите работать, Дашенька, очень сложно. Многие стражи психологически чуджун. И вот сложно, стражи ломаются. Это есть такая штука, даже более подготовленные бойцы, чем ты. То есть это есть такая штука. Я научу потом, как вот обладание вот это все сделать. Не переживай. Коматы! Фуда дать. Коматы! Хаджиме! И серийно, сериями. Руки, ноги, высоту. По этажам работаем. Снизу, сверху, посередке. Джим. Молодец. Отлично. Отлично. Ручки подними. Вот она ошибочка, когда руки не держим. Вот так, давай. Три раза попало. Отлично. Три раза, Кирилл. Ручки держи перед собой. Десять секунд ускорения. Ямы. Кирюха, красавчик. Сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.